Всем привет, с вами Мистер Ви, не забывайте подписываться на канал. Дагестанские газеты объединяются и попытаются отвоевать задержанного журналиста. Дагестанские еженедельные газеты выйдут 21 июня с одинаковой первой полосой Ямы Абдулмумин Гаджиев. Сообщается на сайте издания «Черновик», в котором работает Гаджиев. Так они намерены выступить против задержания журналиста. В пятничных выпусках еженедельники «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» потребуют прекратить уголовное преследование Гаджиева. Также издание намерено требовать от суда изменить редактору меры пресечения на несвязанную с лишением свободы. Как пишет «Черновик», журналист задержан только на основе показаний предпринимателей из Москвы Кемала Хатамбиева, хотя бизнесмен признался в суде, что оговорил дагестанского журналиста под пытками. Ранее сообщалось, что силовики провели обыск в доме Абдулмумина Гаджиева в Дагестане, а самого журналиста задержали. По данным Кавказского узла, его подозревают в финансировании экстремистской деятельности. Редакция «Черновика» уверена в невиновности. Сотрудники сравнивают его ситуацию с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В начале июня в связи с задержанием Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков российские деловые издания «Коммерсант», «РБК» и «Ведомости» выступили совместным заявлением. Позднее несколько корреспондентов сняли обвинение и отпустили на свободу.